Северное сияние – лучший детский сад Мурманской области. Подведены итоги муниципального этапа конкурса. Всего в этом году участниками ежегодного состязания стали 32 дошкольных образовательных учреждения. Депутаты горсовета поздравили коллектив детского сада номер 122. Как соломинка, бусинка и чупа-чуп смогут помочь наладить речь? Что такое технологии ТРИС и Воскобойникова? Ответы на эти вопросы отлично знают маленькие мурманчане из детского сада 122. Он действительно особенный. Здесь не просто уютно и тепло. Здесь малышам помогают справиться с недугами. Из 13 групп 5 для ребят с нарушениями зрения. Благодаря работе специалистов и занятиям на офтальмологических тренажерах зрение удается скорректировать. И в большинстве случаев малыши вообще снимают очки. Мы увидели кабинет. Такого мы в других садиках не видели, где специальная аппаратура, где работает врач, работает медсестра. То есть, и вот, как говорила заведующая, что даже порой дети, посещая садик, вот эти занятия, у них даже зрение выравнивается и поднимается до единицы. Говорить нужно правильно с детства, считают логопеды детсада 122. Для развития речи и интеллекта здесь применяются самые современные развивающие технологии. Помимо ноутбуков и другой электроники, в ход идут порой и неожиданные средства. Мы стараемся использовать нетрадиционные формы обучения, и поэтому результаты у нас намного лучше и выше. Технические средства, ой, да все, что под рукой. Даже соломинка съедобная, которая, то есть для артикуляции. Можно использовать чупа-чупс, вот можно использовать бусинку, ложечку можно использовать, облизывать. Даже блюдце со сгущенным молоком, это также будет прекрасный прием. Теленяня – это только одна из частей большой программы взаимодействия с родителями. Сообща, эффект достигается намного быстрее. Папа и мама имеют доступ к одной общей обучающей системе, которую разработали и реализуют здесь. Именно благодаря ей из 32 выдающихся мурманских детских садов этот признан лучшим. Это система работы с семьей, которая состоит из многих блоков. Это и родительская академия «Родителей плюс», это и переговорная площадка обучения без ограничения, это и электронный консультант теленяня. То есть мы стараемся использовать как можно более современные и эффективные методы работы с родителями. Продумано все. Чтобы малыш не запнулся, пороги и ступени раскрашены яркой предупреждающей краской. Игровые залы разделены на блоки – развивающие, тренирующие и для традиционных игр в куклы и машинки. Все комнаты и коридоры оформлены в приятных глазу тонах. По признанию самих родителей, утром дети с радостью идут в сад, а вечером не хотят уходить.